Чешский художник Ив Клайн готов. Музыка вдохновляет его. Эти модели, покрывающие свои тела краской, символизируют кисти, которые Клайн будет использовать для создания своих шедевров в мире живописи. Теперь вы догадались, что любимый цвет Клайна — синий. Синий — его любимая форма. Более того, синий — его единственный цвет, единственная форма. Синий — удачный выбор для его картин, которые в Париже просто нарасхват. Синий — это тот цвет, что виден в объектив нашей камеры. Как говорят авторитетные критики, главный шедевр Клайна бесспорно тоже будет синим. Синий — это главный цвет. Истекая синим, женщины кисти оставляют отпечатки тел на полотне, в то время как Клайн дает им указание руководствовать своим чутьем Творца. Работу, которую мы имели шанс лицезреть и записать на пленку, в настоящее время выставлена на продажу всего за 4 миллиона франков.